Это у нас сорт Тёва, самый колючий сорт, который плоды рвать иногда очень сложно. Вот, видим, колючка. Ну, я вам скажу, колючка-то колючка, а плоды большущие, как маленькое куриное яйцо. Поэтому и вкусовые качества очень сладкие. Поэтому приходится терпеть, хоть оно и колючее. Ну, кстати, вот молодой, он тоже как бы колючий, но такие колючки терпимые. А потом они дубенеют. И, короче, ходишь и думаешь, как сорвать плод. Это я сейчас обрубаю побеги, которые свеженькие, чтобы они у меня потом, можно было их на зиму наклонить. Если на зиму я их плохо наклоню, поломаю, жалко будет, что, то есть зря рос. А так, отличный сорт, только что колючий, вот в минус. Колючий, на зиму приходится спанбон порой рвать, чтобы укрыть его. Вот, оборвал верхушку. Что тут у нас еще? Скоро будет плодоносить, но плодоносит у меня в августе. Поэтому даже до середины июля будет плодоносить, судя по тому, что цветы есть. Рядом у нас стоит полар. Это хороший такой тоже сорт. Он не колючий, можно его легко брать. Ежевика. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Вот видите, какой большущий отросток. Его, по идее, надо было вот где-то в этом месте. Вот в этом месте. Это я просто упустил, и он еще нарос. Но я его верхушку оборву сейчас. И здесь тоже сейчас оборву. Бывает, пропустишь. И потом, ну, чуть позже срываешь эти верхушки, чтобы они росли уже. Они будут вот так вот по бокам расти. Либо снизу. Это оно, в общем, сложно объяснять, как оно тут растет. Но верхушки надо обрывать на молодых побегах, чтобы потом вот эта вот штука была не толстая, чтобы можно было ее наклонять. О, какой высокий. Это я его обрывал. Ну, нормально. Это сорт Polar. Ежевичка. Мне тоже она нравится. Но она, конечно, это самое, немного лежит, но ягода очень сочная. Ягода такая не очень крупная, плодоносит обычно в августе. Вот. Пообрываем тут все это лишнее. Ежевику полюбил я. Ежевика, она не требует много внимания, но зато очень вкусные компоты с нее. Вот такие вот у нас дела.